На реагирование чуть больше минуты. В кратчайшие сроки спасатели МБУ «Химспас» готовы прийти на подмогу туда, где этого ждут. Для помощи в самых разных ситуациях на суше и на воде у них есть все необходимое. Готовность быстрого реагирования проверила специальная комиссия из Главного управления МЧС России по Московской области. Такая проверка проводится для оценки деятельности в первую очередь, чтобы посмотреть, в каком состоянии ведутся вопросы предупреждения ликвидации ЧС, как исполняется законодательство. О замечаниях пока говорить рано. Что необходимо исправить и доработать, станет известно чуть позже. Однако пока ясно, серьезных нарушений и недочетов в работе химкинских спасателей нет. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.